Етич мне дикий-то модный, оказывается, глянь, мил. Ля. Противогаз, блин, очки, наушники. Окей. А где очки? Художественный фильм спиздили. Украли чат. Были же очки. Ну, начинается. Начали стрим, сразу пропадают вещи. Что такое, блин? Надо баг-репорт написать гневный, что у меня вещи пропадают. Так, что это? Куда годится вообще? Еще один челоботик, походу. Легаси, здорово. Злюк, здорово. Блин, были очки и все, прикинь. Обрили, блин. Врать не зашел, уже обворовали, да. Кстати, и наушники ж были. Вот тебе раз, блин. Так вот. Ну чё, все пропало, блин. Под сигары отечественные. Магнитофоны замшевые, блин. Все пропало. Как батла? Батла как батла. Доделают ее, до ума доведут, и будет нормальная игра. Я как положил идеально сумку. Гана тут был. Куда улетела? Че, Гана нет? А куда он улетел? Да, вот сюда я его клал прям. Алло, игра. Похитили Ган. Алло, игра, верни. Я его прям рядом с сумкой кинул. Вот. Прям рядом. А что, ты себе сумку положил случайно, нет? Посмотри. Нет, нету. В смысле? Где Ган? Игра. Я прям вот четко вот положил сумку и кинул рядом ган. Вот у меня причем прокачана эта фигня, у меня должно подсвечиваться, понимаешь? Ну, походу в текстурах. Походу, да, все, он провалился по текстуру. Ну ладно, пойдем. Теперь ты типа читак, ты должен меня сопровождать, а я этот просто хожу лутаюсь. Weak person? Да. Писец, просто писец, я не знаю, у него слов нет. Будем как в фильме, враг у ворот с одной винтовкой Мосина, у одного патрона, у второго Мосинка. Я понял. Так, сюда подплыл Вася, бля. Его убило сзади СВД. Гранта. Сзади за мостом СВД. А граната откуда нам прилетела? С моста, за автобусом. Еще. За автобусом челик стоит. Я не знаю, где снайпер там сидит. За белой будки, как обычно, они сидят. Там вот уже сидит. Да, надо отходить отсюда. Так убьем их нахер, что отходить? Ой, бот, вот ты-то отстань. Вали, вали, выйди. А, на белой будке сверху, на белой будке сверху. Убил меня. Мэтт на белой будке. Мне ган подобрать там вроде стоит, или я за него лежу. Не-не-не, ты плохо лежишь. Так, черик хилится. Блять, игру свернул! Ёб твою мать! Но всё, хана ему! Yeah.
нормально, чел, конечно, пролагал в белобоях. И когда мне его скинул, то оно провалилось под текстуру земли. Что там у тебя? Так, не убивайте меня в голову, пожалуйста. Беги давай, я буду. Собрал тебя, сейчас на выход пойду. Иди там, война. Две пати, походу, встретились. А ты... Вы говорите, калаши стреляют не туда, куда надо. Нормально стреляют? Может, у тебя реально калаш был просто поломанный? Еще один минус. Я думаю, там еще есть. Пичку получил, побежал дальше. Двое. Че, ты взял, что я здесь, чел? Опять одиночная стоит, сука, что ж ты будешь делать? О, я ему тапнул в лицо. С этим новым переключением у меня одиночная что-то часто очень ставится. Тут хотя бы регает сразу в голову. Так. Донатик был там. После рейда почитаю. Спасибо за соточку. Что за железо? Это крыша Петрисов, походу. А, это подвал. Почему воды не было звука? Как он без звука воды пробежал? Блядь, ебись! На, блядь, жри, сука! Тут же вода, как он пробежал? А, это читак, блядь. А, ёпты, чат, что делать, бля, ну... Сам, нет? Да. Бля, там тень так моргнула или челик пробежал за дальней перебежкой на той стороне. Нет, у нас. Опять одиночная, сука, что ж ты, твою мать, убил этого типа. У нас был в упоре. Прыгай кто-то. Ты бежишь, бегаешь по гаражам. Нет, я в гараже, вот на гранате где-то чел.
прыгал. Я не понял. Вот он, блядь, где сидит. Шел? Да, на танке, он там и прыгал. Я думал, мне показалось. Я понял тебя. Спасибо за поддержку. Среди гаражей сижу, между гаражей. Кто-то к нам идет. Рена. От воды, что ли? Снизу, снизу, да, от воды. Не-не-не-не. На мусор. Я. Читак? Ты умер? Через кусты, прострел. Голова, глаза, куилко. Гранаты мне летят. Он прям знает, что я здесь. Вот этого левел, давай посмотрим. Дабл, а, QWLCO. QWLCO. Я посмотрю. Да, это читак. Ой, бля. Здорово. Зачем я сюда зашел? Куилко, голова. Четко вышел из-за угла данных. Их двое минимум. Потому что один пробежал по мне, даже не стрелял, а этот вышел четко. 58 уровень, чел! Ну. 58 читак. А я сегодня еще на резерве встретил типа странного тоже там с китайским ником 56, что ли. Я думаю, блин, ну ладно. Может быть, он не с читами. Золотой ник, но тут 100%. Да нет, золотой ник, 58 уровень. Да. Стрельба через кусты в зажим. Ну, мне он просто вантап. Очень плохо видно очень. А то есть ранее, по-моему, зарубы какие-то. Ты бежишь? Нет, откуда? Там кто-то забегает с центра от медички. Скидывает пушку, прям стоит на главном. Убил. А, ну у меня звуков не было еще вообще. А, да? Окей. 59-й, кстати. Справа, пока он-то выстрел только что. Справа. Под треугольником, судя по всему. Грена. Я никого не видел. Давай вдвоем. Размен. Слева, слева кто-то. Вот. Хаешка зашла. Да, хаешка зашла. Да ладно. Да, 57-й тут сидел, еще один. Работаешь? Он под меня открыл, подойдешь? Спускается. Напугал, бля. Бежал. Я, кстати, без гранат. Твои? Да. Убил одного. Снаружи? Да-да-да. Да, похож на него. Блин, я лег и зацепляю какую-то маленькую травинку, не могу ползать по этому. CTV 50-й. Что-то у нас одни какие-то стримеры в катке, блин. Насык. Лево, право. По центру, продамажил нормально, типа. Сейчас зеленку за насык уйдет. В сторону этой, да? Заправки. Да. Под размена на двоем идти. Сложно зеленка. Поехали.
слева пойдем или прямой прям? Может слева от контейнера лучше? Давай, давай слева попробуем. Пробежал, пробежал его! Блять, в кусту лежит, Мэтт, разменивай. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.